I'm gonna tell on Mary about Uncle John. He sings in the blues, but he has a lot of fun, oh baby. Комбо закончен. Сделали мы его примерно за 14 минут. Ну, в принципе, вам, сильным, успешным, молодым и красивым, в принципе, можно уложиться в 10 минут. Ну, у нас просто пресс. Лоховской пресс. Вот такой. Ну, поэтому мы слабо делаем. Всем привет! Нейроэндокринный отклик случился. Наши гормоны впрыснулись в кровь, мы вспотели. Настроение отличное, эндорфины погнали, гормончики работают, наши мышцы растут. Вообще нормально, под ручьем. Вот. Самый задаваемый вопрос у вас, точнее, у моих подписчиков, а также те, кто оставляет комментарии, как я тренируюсь сам. Все, в принципе, очень просто. Я стараюсь сделать где-то 3 силовых тренировки в неделю и где-то 3 тренировки по кроссфиту. Кроссфит строится за счет того, что или 3 маленьких комплекса там, по 4-5 минут, или амрэп, то бишь без остановки, где-то 15, там от 12 до 20 минут работы. Как-то так складывается это все. Утром делаю силовую тренировку, вечером делаю кроссфит тренировку. Может быть, для кого-то эта схема не подойдет. Еще что важное хотелось бы отметить, что я делаю все интуитивно. У меня нет какого-то шаблона, что в принципе определяет саму теорию кроссфита, что никакой шаблонности, постоянная вариативность и, конечно же, функциональность движений. Новых успехов! Всем пока! Всем пока!